Что? Появился в этом. Открой мне, пожалуйста, портал. Так ты можешь забежать. А, вот, разлом. Я тоже сначала появился в перекрестке. Да. Музыка, как я стану. Я почти не слышу. Чуть-чуть до 50-го. Все, до 50-го. Так, Но... апнусь. Мне нужен срочно это. Как его? Тотем. Не тотем, а короче. То, что мы активируем. Алтари. Да. О, я вижу звездочку. А ну он там просто исчезла с края была. Вот еще одно. А это то, что разрушить надо было. А, эти телеги с кровью. Сколько их надо разрушить? У меня одной нет. А, одну только на севере, на востоке, на западе. Мощно люк Лего есть? А? Лего выпало? Нет, но выпал топор. Топор. Так, сейчас подожди.
тоже здесь немножко со шмотками. Скорость атаки 166% у меня уже. Офигеть. Ну, фигачила. Блин, где для любой брони-то? Для штанов что-нибудь. А вот ножная. Вот это. Вот это еще для любой брони. Для пистолета. Не, мне лучше вот это. Что тебе? Броню повышать. Так, сейчас. У меня просто много синьки, сейчас я быстренько. Радужный щит. Блин, много брони дает, но... Точнее, хп, но сильно мешает урон почти на 1000. Так, ладно, иду. Вон пока так. Все, пойдем. У тебя же было почти 6000 хп. Да, сняла пару шмоток и все. Тяжко жить мне. Ну что, 166% скорость, да, дайте. Сюда нам. У тебя урон в секунду какой? Урон в секунду? 6200 у тебя. 8700. Пиздец, блядь. Я тут стараюсь, блядь, и в итоге у тебя, ну, все больше и лучше. А почему у меня там меньше? Не понимаю. Че я, блядь, кем играю? То почему? Ну, допустим, ты просто бей. Что я делаю, блядь, не так? Да нет, ты вроде все так у тебя. Ну, я не знаю, как считает этот урон секунду игра. Потому что я бью, видишь, по чуть-чуть поп удар большой. Вот ты попробуй ударь кого-нибудь. Видишь, ты как наяриваешь. Ну, да, у меня должен быть урон секунду больше. Ну да, у тебя. Сейчас, подожди, вот выключи свои мечи эти. Не могу их выключить, они не выключаются. Склеп запечатан печатью культивы, сильно ближайшим полоскам. А, нам нужно. Еще одну надо. Полоску. А, осталась я... полоска на мосты. Я ее видел, мы меня пробежали, как раз и по ней говорил. Ладно. Вот смотри, как я бью. Смотрю. Еще. Блин, вот, вот это, например. Блин, твои эти... Да. Ну, я их не могу выключить. Они выключаются только когда я буду апать что-нибудь там, скилл, я такой, ничего, не знаю, как их выключать. В общем, ты, у тебя, ну, короче, по
уменьшению ХП заметно быстрее, чуваки. Все, урон секунды, если у тебя выше, значит, ты больше импакта наносишь. Это возможно импакт, это возможно за счет скиллов, которые на кнопке стоят. То есть один раз я могу там в 3 секунды нанести 8000 урона. В остальное время я наношу 200 урона. Поговори с мостом. Так, мост обрушился, преградив. Для ремонта необходимо 40 хлама, 10 тысяч железа. Ладно, починим мост. Починил. Хотя нам туда не надо. Давай потом. Ладно. Мы же разрушили все. Да, пойдем. Да, по-моему. Да, в ту степь. Можно не так, я знаю, как пойти по-быстрому. Да? Чего ты не идешь по-быстрому? Потому что я уже за тобой побежал. Ты первый. Я первый? Ну иди, да. А, туда надо зайти? Да. Я думала, что-то появится на этой арене. Он так быстро умер, как простой моб. Ну, то что ты пришел с ними 8000 как бы уничтожил. Нет. Да. Нет. У тебя, кстати, крит еще не учитывается. У тебя искусственность сколько? Искусность 400, ой, 726. А у меня 426. У тебя критов просто чаще больше. А так как ты чаще бьешь, то, соответственно, ДПС больше. Ну чё, что-то там не просчитано это все, значит, все не важно. Раз там, блядь, это не учитывается. В смысле, не важно, а как ты учишь, будешь учитывать то, что... Да, я знаю, что динамически. Да. В итоге я на левую кнопку, например, я долго бью. А ты врываешься на левую кнопку мыши, убиваешь, ну, быстро всех. Ну, толпу. Какая разница? Ну, это же самое, что говорит, ну, ой, блядь, какая уж надо. На ПК им там что-то не так.
Типа, у тебя другие атаки есть, более сильные, чем мое. У меня просто кроме ЛКМ ничего больше и нет. Все остальное это, блин, раз в 5 секунд. А телепорт, ну у меня тоже ну, самое. Ну телепорт, ну 3 секунды надо ждать откат. Ну у меня тоже самое, абсолютно. Так, мы тут еще не все обследовали. Там были сундуки большие. Mm. Надо вернуться сейчас. Блин, я видела огромный сундук. Не могу вспомнить, где. Во. Нашла. Как туда пройти? Он сам найдет. Давай, челик. А, не нашел. Блять, как мне попасть? Наверное, через. Ща, вот ту, наверное, комнату с другой стороны. И чё, блядь, за прикол? Сосите. А, вот, нашел все. Ну а что надо было сделать? Вот, смотри, на меня. Вот. Ага, и чё? Вот, на меня смотри. Вот. Там кроме зеленого дерьма ничего не упало. Жду тебя на входе, на выходе точнее. А мы что внизу не просмотрели? Смотри, видишь, и закрыто. Возвращайся. О, бегу. Надо было там портал поставить на выходе. О, опять все это бегает. Через всю карту пробежал, чтобы два отвара взять.
Но зато открыл всю карту. Да, он здесь, в принципе, скорость бега нормальная. Ну, достаточно быстрая. Самые лабиринты. Чертова дыра. Щупальц. Кто они? Почему ты пробегаешь мимо? Ну, потому что мои клинки летающие с ними справятся. Чем мне тратить на них энергию? Энергию, как будто ты ее тратишь. Я про свою. Себя.
человека расхода. Сейчас бы в игры играть и мышку экономить. Мышку экономить. Нос чешется. Почеши. Ого. Что это такое? Да. И все грустные. Там еще немножко не открыто у нас. Ой. Оно бьет? А вот я не очень понимаю. Да, бьет. Больно? Ощутимо. Я думаю, все. Нет, видишь, там еще кусок. А еще внизу, да. Нет, там все. Вот там кусочек нет, ребят. Вот этот? Да. Или забьем на него. Забьем на него. Ну ладно. Мы вот в эту дыру или в эту? Да. А, да. Слушай, две. Давай вот в эту, в рахтанийский разлом. Давай, посмотри, там человечки выложены кружочком. Ладно, иду в рахтанийский разлом. А я уже туда зашел, я думал, ты тоже туда. А, оттуда выйти можно, даже если я случайно вы. Ой. Блин, нет. Куда я попал? Мы наружу попали. А я не наружу, я в гробницу опять. В гробницу, висит. А я, короче, оттуда, вон, куда мы зашли, видишь, в круг. Вот. Ну ладно, против, хронический разлом не заходит. Блин, это мне что, заново туда? Да, да. Блин. О, здесь проход есть, осыпающая стена какая-то. Бля, болгар ты. Короче, добежишь, поставишь телефон. Ладно, собак бегу. Он давно какой-то. Тоже долго. Подбеги туда, вот где я стоял. Зачем? Там сундук. Да насрать на нее, все равно там одно зеленое говнище. Блин, прям мимо пробежала. Блин. Я же здесь прям рядом стоял. Где? Да уж ладно. Ну я говорю, зеленое говнище, блять. Вот нахера мне этот мусор срамый. Я не знаю. Че еще есть здесь? Зато пробежим, откроем там, где не открыто. Больше не пойду. Ну там внизу у нас не открыто еще.
Помнишь, надо было 3 этажа? Это второй. Ой, что это? Ого, какой-то босс. Ой, не то не нажимаю. Что ж, да? Нет, это мы. Чувствую. Теперь вам доступна сложность элита. А, мы прошли игру? Я не знаю. Чего, бля? Далее элит попробуем. Нормальная игра будет. Ставлю. Но не могу портал поставить. Только через дырку. Здесь больше нет, да ничего. Некая синька упала одна. Какие-то штаны. Синие упали. Ладно, я выхожу. Так, поговорите с инквизитором. Давай, стой, это, поставь игру на элиту. Ну там на какой, типа. Ну подожди, нам еще поговорить нужно с челиком. Ну и ладно, поговоришь уже с высоким уровнем сложности. Ну? Что вообще не иди. Я не очень поняла, что это был бы. Так, допустим, портал. Мы еще в Бастион Хаус не ходили. Куда ты портуешься? В врата Некрополиса. Разлом двора Некрополиса. Разлом врат? Так, ну здесь никого нет, кому нужно сдать. Я же просто забыл, кому сдавать. Сейчас ниже портанусь. Ну, форт и кон, нам форт и кон надо. Там же нам написано, типа там поговорите. Вот этого челику сдала. Так, сдаю. Ты вернулся, все сделано. Тварь изгнана, но Ульгрима затянула в пустоту вместе с ней.
О, фиолетовый сапоги были на бале. Да? Мне ничего не дали. Подойди к нему тоже. Итак, момент нашего великого триумфа омрачен трагедией. Поражение культа в Некрополисе знаменует собой первую серьезную победу человечества в этом конфликте. Доказывая, что мы не опустим руки, ожидая, пока нас сотрут с лица земли духи и демоны. Распространение вести об этой победе подарит людям надежду, что этот кошмар когда-нибудь действительно закончится. Но мы не должны забывать о тех, чьи жизни стали ценой наших успехов. Храбрые мужчины и женщины Черного Легиона, поднявшие оружие на защиту Эрулана, и нации, заклеймившие их как преступников, изгнанников или даже предателей. Но смерть стерла эти различия, все они пали как герои. Пока я отказываюсь считать Ульгрима мертвым, я в большом долгу перед ним. Сейчас отдохни, отпразднуй победу, если пожелаешь. Ты, несомненно, этого заслужил. Мы не можем отказаться от попыток спасти Ульгрима. Ну, как бы походу, всего. Чё, но мы можем еще в замок пойти, где мы мост починили, пойти туда сходить. Ну давай тогда уж на высоко. Давай сейчас туда сходим, просто хоть посмотрим, что там. А, вот нашла сапоги. Бля, они цветом от синки не отличаются. Да и по качеству такое дерьмо. Ну-ка. Но бронька не подбахнет на плохо. А что у тебя за сапоги? У меня просто сапоги ядовитых шипов. У меня сапоги голема. Тяжелая обувь. А у тебя? А где написано, что это тяжелая обувь? А легендарная тяжелая обувь. А у меня просто легендарная обувь. Ну, тяжелая означает, что нужно больше телосложения. И что у тебя там за параметры? Сейчас, секунду. Ну, они бахают меня на сотку брони. Не очень. А, можно, короче, на шмотку навестись, и он показывает, какие эти компоненты. Можно было и в начале игры это заметить. А как, блять, если у меня, например, с этой стороны компоненты, я, например, нихера не вижу. То есть, типа, блять, смысл. Блять. Очень удобно, блять, вообще просто. Удобнее некуда. Ага, подожди, а что ты имеешь в виду? Вот я навелась на шмотку, и чё, ничего не показывается. Что ты имел в виду? Когда на шмотку наводишь, он выделяет компоненты, которые ты можешь на нее нацепить. Да? Почему у меня здесь ничего не выделено? А если у тебя есть компонент на шмотку? Ну, на сапоги у меня есть компоненты. Где, блять? На сапоге на самом есть компоненты? Нет. Есть, сапоги. Он у тебя нацепленный на сапог компонент. На пустую шмотку наведи. Ну вот, бота осквернителя, здесь ничего не нацеплено, вот. Так. Ну и чё, и почему не выделяется? Вот я навела на боты осквернителя. А, тебе их надеть нужно сначала. А, в смысле надеть сначала? То есть он только из... Вот отсюда показывает? Ну, типа из твоего инвентаря? Да, из ячейки. Вот ты надела на себя, а потом можешь... Ну, он тебе выделит то, что ты можешь компонент какой нацепить. А, подожди, это у меня урон в секунду, типа как, а у тебя просто урон сколько показывается? Смысле, на второй урон. Страничке. Просто урон? Да. Или обычный? А, просто урон 1461, 1794. Так. А скиллы? А у тебя сколько? У тебя вот обычная атака, сколько тебе показывает? Урон сколько, ты мне скажи? Урон 1080, 2200. А ну, у тебя больше. А, нет, а у тебя просто обычная атака сколько? 2200, 2500.
Но у меня там стоит скилл, поэтому так показывает. Ну, короче, блядь, я не знаю, что я нахуй делаю опять не так. Бесполезный нахуй персонаж в моих руках. У тебя сколько убит врагов? Где это? Это на третьей вкладке. Статистика, да. 22 тысяч. У тебя? 20,5. 20 500. А уровень экипировки? Видимо, средний уровень. 40. У меня 36. Сложность или чего делать, или мы больше я хочу на мост сходить. Ну, ну ладно, иди поставишь мне телепорт, я пока разбираюсь. Угу. С говном. Я так сейчас хотел сделать. Посмотри вот эти шмотки себе синие. Ты весь мусор свой скинул мне, а? Чего? Можно посмотреть, и ты забрал ее обратно. Не забрал. Не, она пропала. На полу что-то синее лежало и пропала. Странно. Но я не забирал, потому что из меня даже не выходил. Ну, не знаю куда. Куда она попала?
Из-за того, что у меня телосложение сратое, я вообще ничего надеть не могу. Кольца прям вообще не падают. Ну, мне падают на мусор, но... У меня просто кольца еще... Ну, такие, посмотри, вот у меня помойка висит. Я скинула. Не могу, духа не хватает. Так, ладно, я побежал в этот. Мосту. Все, я поставил телепорт. О, я захожу. Бегу к тебе.
О, там алтарь. Тоже сразу нам нужно скачать. Блин, не хватает что-то. Врата постоянно запечатана. Требуется скелетный ключ. Есть? Скелетный ключ. У меня дома валяется. Нет, у меня с собой нету. Блин, давайте я здесь подожду. Как? Ну, я не... Это назад приехал, тут нельзя вызвать портал. Ну, да. Я не хочу идти. О, ладно. Блин. Я могу тебя подвинуть, Ну, а ключ-то у тебя? Так ты сказал, что у тебя с собой нет. У меня с собой нет. Но у меня все это дело с собой таскается. Я ничего не храню. Не лень тебе, честно. Ну, тогда забьем просто. А вот выход. Так. Хочешь на элите попробовать? Не, наверное. Давай тогда, я выхожу. Ага. Блин, не так. Что я ем? Давай с плотинки должен.